Воздух Макеевки чище, чем в Мариуполе, Донецке, Енакиево и других промышленных центрах региона. Результаты мониторинга озвучил мэр Александр Мальцев. В ноябре сотрудники городской санстанции взяли 313 проб. Превышение выбросов на несколько процентов фиксировали возле коксохимических заводов. По сравнению с другими городами области, в Макеевке воздух чистый, отметил мэр. А за 10 лет предприятия сократили объем выбросов в 5 раз. Выбросом вредных веществ в атмосферу в тысячах тонн. В Мариуполе за год 405 тысяч тонн, в Харцизске 107 тысяч тонн, в Донецке 130 тысяч тонн, в Енакиеве 90 тысяч тонн, в Макеевке 67 тысяч тонн. А если еще это количество тысяч тонн разделить на площадь городов, то здесь у нас оно будет вообще минимально минимизировано по отношению к другим городам.